регионального этапа школьной баскетбольной лиги прошел во Фрязине. Турнир, в котором участвовали юные баскетболисты из 8 муниципалитетов Московской области, прошел в спортивном комплексе «Олимп». Для городского округа Фрязино сегодня действительно настоящий баскетбольный праздник. Это праздник для всей спортивной общественности, которой во Фрязино много. Мы подготовили все для того, чтобы финал, да, нашей региональной вот этой группы провести, профессиональной, да, баскетбольной лиги КСБАТКИ, провести на должном уровне. Помимо соревнований, подмосковные старшеклассники в товарищеском матче сошлись на одном паркете с профессиональными игроками. Такие своего рода мастер-классы стали доброй традицией регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБАСКЕТ. Опыт взял свое. Звездные гости обыграли сборную школьников со счетом 52-23. Во-первых, вы получаете опыт от этого и, ну, радость как. Хорошо. Я считаю, что можно просто, ну, поиграть, получить удовольствие. Ребята молодцы, стараются. Конечно, им сложно, потому что соперник у них постарше, поопытнее. Из-за этого, конечно, ребятам сложно. Но такие игры, как раз они будут на этих играх учиться, какие-то новые знания получать и будут прогрессировать. Что до главных соревнований, то в финале среди девушек уверенно победили ученицы школы номер 18 из Серпухова. Они разгромили оппоненток из городского округа Пушкинской со счетом 52-23. У юношей лучшими стали лицеисты из Королева, почти на 30 очков обойдя игроков из все того же округа Пушкинской. Идея первая – это, конечно, увести детей с улиц, да, оторвать там, допустим, от, ну, сейчас это уже гаджеты, да, чтобы они, ну, просто занимались спортом, просто двигались. Вот. Ну и как показала практика, что это даже переходит уже как бы и в ассоциацию студенческого баскетбола уходят наши дети, и даже в профессиональных командах, то есть они играют. Школьная баскетбольная лига, считают организаторы, это хороший старт для ребят, которые хотят заявить о себе, а также уникальная возможность для команд, не имеющих опыта, попробовать себя в играх с более мастеровитыми соперниками. Развитие школьных и студенческих спортивных клубов и спортивных лиг, мы этой работе сейчас уделяем большое внимание. Мы ведем работу совместно с Министерством образования Московской области. И при таком тесном взаимодействии, вот в этом году у нас параллельно проходит в первый раз школьная лига по тэк-регби, в которой также принимают участие более 3000 ребят. Победители и призеры финала регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБАСКЕТ получили медали, кубки и памятные призы. Команды, занявшие первые места, сойдутся с сильнейшими соперниками из других регионов уже на следующем этапе – финале ЦФО. Турнир пройдет в марте.